короткая Нива в этом промежутке проезжает вообще легко и поднимается тоже легко. Давайте посмотрим другую часть. Приветствую вас, товарищи нивоводы и любители полного привода. Сегодня мы собрались, снега у нас мало, выехали на горочки. Есть у нас интересные автомобили, полные приводы, двухлитровые, ну, разного. И мы посмотрим, у всех, в принципе, резина стоит зимняя. Покатаемся по горочкам, посмотрим зацеп. Интересно, оставайся, не переключайся. Обязательно подпишись на канал, поставь палец. Потихонечку, прям потихонечку. На короткой Ниве свесы вообще не цепляют. Посмотрим дастер. То есть бампер примерно здесь у нас упирается. Ну и подъем, два подъемчика таких крутых. Так, сегодня у нас Сангьонг, 2 литра, полный привод, задний постоянно, передний подключаемый. Посмотрим, как он поместится в этой ямке, интересно. Бля. База длиннее, больше и тяжелее. Сейчас намного. У нас другое упражнение. Снега так как нету, небольшой спуск. И вот смотрите, где подъем. Алексей сейчас будет бампером упираться. И резкий подъем. Я на Ниве сейчас пробовал. На первой пониженной прям, ну, вообще легко. Совершенно легко заходит. Но Алексей тоже зашел отлично. Это у нас разминочная тренировка. Для короткой Нивы вообще идеально. Свесы хорошие. Хотя вот и с новым бампером я защиты бампера тоже нигде пока нет. У нас новый участник. Бензин, 3.2 двигатель. Блокировок нет. На механике. Ну, конечно, колеса там мощные у него. Будет интересно. Блокируется потих. Сейчас поедем на другую горочку, песчаную, и там вот посмотрим, как будут работать именно привод. База длинная, на том спуске он немножко черканул задним колесом, запаска у него висит под задней дверью. Ну что, не хватило, не хватило. Хотя у него понижено, не знаю, он включил пониженную, нет, потом спросим. Как я уточнил, он заезжал без пониженной, движка не хватило. На что говорит, что горочки очень и очень такие крутые. Сейчас включает он пониженную, блокируется и... Ох. И заезжает спокойно. Резина зимняя. Эту не вы знаете, Егор. Дастер двухлитровый. Помощников ESP никаких нету. Резина зимняя, шипованная. Все наши участники. Приезжаем тоже маршрут. На первой пониженной. Нива вообще сила на первой пониженной. Хотя база у нас и длинная. Мы в этой горочке, то есть в этом спуске не цепляем. Он прям крутой. Сангьонг здесь зацепил. Смотрите, не блокируюсь. Просто оп, об камушек задели. Смотрите, первая понижена. И прям на малых оборотах мы заезжаем спокойно. Еще одна горочка. Сейчас до ребят доедем, поедем на другую локацию. Хотя у меня сзади установлен фаркоп, еще сантиметров 15, наверное, торчит. Здесь спуск, ждем снег, когда будет. Приедем здесь, конечно, покатаемся. Вот именно на этот подъем будет интересно заезжать, когда снег. Сейчас земля, ну хоть она и подмерзла. Вот. Заезжаем здесь спокойно. Первая пониженная.
Вот, смотрите, почти не газую, почти не газую. Видите, заезжаю спокойно. Наши все участники готовимся к другой трассе. Ну вот, со всеми участниками приехали на эту гору, где мы заезжали. Здесь вот очень интересный грунт. Машина, вот черту нарисовали внизу. С одной блокировкой Нива не смогла сюда заехать. Если без разгона, вот примерно от камня. Я буду снимать сверху, сейчас я заеду. Заблокируюсь, заеду. Я надеюсь, что я заеду. Вот, спускаешься. Так, дифференциал обязательно заблокировать, в моем случае. Что-то не вижу, горит, не горит, не пойму. А, вот, все, включил. Первая пониженная, по-другому здесь не получится. Вот от черты. Здесь черта, и все поедем отсюда. Ну что, ничего не упадет. Погнали. Так, ну я заехал. Посмотрим сейчас других участников. Выйдем, буду снимать сверху. Ну давай, смотрим. Силен, силен, молочек. Всех одинаковые условия. Да, да, 1.6 ESP, зимняя резина тоже смог. Еще, стоп. Один самоблок, задний. Но вы уже видели, что автомобиль. Тоже зашел. Пробы. Ну, тяжелее, чем с 1.6 ESP. Ладно. Не хватило. Но человек первый раз приехал. Попробовать свои силы немножко. Не, ну ему хотя бы покататься. Можно, как, ну, там есть, ну давайте посмотрим. Колеса по очереди вот так. По-моему, Леха я не видел отсюда. Вот, даже больше, молодец, молодец, молодец. Все, 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 даже. Отлично, отлично. Все участники молодцы. У нас стой. Новый интересный. Здесь вот. Горочка. Пустим пока с более-менее нормальными колесами. Потом мы попробуем. Блин, ну ему вообще легко. Вообще легко. Там хотя и диагонально вывешенный. Вот сейчас автомобиль, видите, диагонально вывешенный встает. Попробуем. А, вот это Нива. Без самоблоков, в заводском исполнении. И то он заехал. И все равно он заехал, видите? Без самоблоков. Газ-пол. Это один из вариантов езды газ-пол. Ну что, встали. Потихонечку пробуем. Сзади установлена одна блокировка. Самоблок. Слышали сами, как она сработала. Нормально, нормально. Самоблок срабатывает, слышно. Все, все, зацеп поймало с одним самоблоком. Смотрите, заезжает легко. Ну, не легко, но именно без... Ну что, смотрим, почти на холостых. Что значит мощь двигателя, хорошие лапти и не нужны какие блокировки. Дастер без ESP, то есть каких-либо электронных помощников у нас нету. Ты что, с разгона хочешь? А как же? Ты давай потихоньку сначала посмотри, потом с разгона. Давай потихонечку.
Вот, говорю, потихоньку, нет, газует. Выехал, выехал, отлично. 1,6. Смотрим. Пробуй. Тут уже моральная проходимость, ребята. Моральная проходимость. Круто, круто. Все едут. Ну что, наша пойду очередь попробовать. Горочка. Диагоналочка. Два самоблока заблокировано. Попробуем прям потихонечку проехать. Блин, четко. Для меня это было легко, ребят. Больше страха. На двух самоблоках, сами видели, Нива едет без напряга. Так что два самоблока — это тема. Вот так вот. Так, едем на другую локацию. За камерой вниз неохота идти. Поэтому поедем задом. Ездили хоть раз задом? Мне самому страшно. Все, проваливаюсь в яму. Вот сейчас сказать, реально просто, просто очково. Так, сцепление отпустил. Придерживаю тормоз. Ой, бля. Ой, бля. Фу. Ну что, не круто? Очень круто. Два самоблока работают. Все отлично. Я прям доволен. Да, хочу сказать, по моей ссылочке, если хотите загадать блокировочку от моего канала, вам будет скидка. Так что все вас интересующие информации будет в описании. Переходите, заказывайте самоблоки. Вот так вот. Новое упражнение — диагональное вывешивание. Нива заблокирована. Вот колесо вывешивается. На одном самоблоке выехал классно, спокойно. Так, вот ребята спускаются. Думаю, там сейчас будем заезжать, попробуем. Той точки, где пустые. Нормально заезжает. Санхён в диагональном вывешивании. Переднее, правое прокручивает. Нет, не едет, смотрите. Санхёнг, полный привод. Только... Да, лапти, конечно, спасают такую машину. Вообще, конечно, автомобиль тяжелый. И очень-очень тяжело ездить. Найдем сейчас горочку, где нам будет, где не каждый автомобиль сможет заехать. Газ Палас. Давайте посмотрим Санхёнг. Так, ему я сказал, чтобы он сразу заблокировался. Первое пониженное. И чтобы газ пол давил. Блин, тяжелее, тяжелее. Но все равно, смотрите, да? Классно. Отлично, заехал. Ждем, конечно, снег. Когда будет снег, конечно, такие горочки не поедем. Отлично. Что-то, походу, он даже на второй понежно заехал. Так, что хочу предложить. Сейчас я попробую заехать не так, а вот именно так. Погнали. Ну что, наша очередь. Смотрите, диагональное вывешивание проедем. И будем там заезжать. Пока дифференциал не блокирую, на первой понежной потихонечку проедем. Вот почему-то, когда дифференциал не блокируешь, самоблоки не так эффективно срабатывают.
Вот смотрите, сейчас машина опускается, и правое переднее колесо будет упираться, и колеса будут выдерживаться. О, так слышишь, раз и проехал. То есть сработал. Так, ну здесь мы где поедем, ты даже не знаю. Так, ну что, здесь надо диф. Будем блокировать. Все, заблокировались, первое понижено. Вот так вот попробуй, что ли, заехать. Что-то как-то непонятно. Вот что, попробуем. Нет? Бля, ну страшно. Нет, давайте все-таки заедем здесь, наверное. Без разгона попробуем. Блин, ну все равно тащит, первое пониженное с двумя блокировками. Я вот, ребята, ну прям очень доволен, что вот именно у меня установлено два самоблока и едет классно, классно. Вообще природа, солнышко, но морозит есть, снега мало, конечно, у нас. Будем искать что-то другое. Смотрите, автомобиль падает в бездну. И потом оттуда попробуем заехать. На второй пойдешь? На второй, да, здесь на первый не поднимется. Так, что у нас? Isuzu Trooper 3.2, бензин, механика. Вторая. Пониженная. Пробуем подняться в подъем. Поднялись. Такого не каждый день, ребята, увидите. Я и сам наблюдаю такое первый раз. Спустился я метров на 5. Ну что, блин, то, что моща хватает, вообще круто, круто, круто. Блин, вот что значит двигатель и колеса, а? Вот, Диман, да? Вот это да, молодец, молодец. Ну, Дастер, отлично. Кадр хороший получился. Ну что, теперь Дима. Ну как-то маловато скорость набрал, маловато. Ну ничего, смотрите, на первый пониженный. Спокойненько, спокойненько. Так что автомобили едут. Полный привод решает. Монопривод здесь, ребята, не проедет. Супер, супер. Едем, едем. Едем, едем. Только опять, наверное, заедет, не парится совсем. Ну мы тоже, собственно, это. Не газует даже. Надо блокировку вперед делать по-любому. Да, сделаем. Хватило движка. Говорю, первое пониженное решает. Будут вставки самих водителей. Им давал камеру. Эмоции ихние. Посмотрим, послушаем. Ну, а так вот, пожалуйста. Ухом, шлепни, ухом, шлепни, и все. Вот, с поворотом налево. Сначала прямо, а потом налево поворот. Тогда начинает диагонально работать. Знаешь, как это эффект? Да ты пробовал? Ну, вот же мой след. Только я взял немножко левее. Ага. А вот если... Правее и сразу налево поворот. Давай попробуем. Ну что, смотрим. Вот здесь, наверное, будет. Ну, Duster с ESP. Заехал. Я думаю, что мы не заедем. Полностью заблокировались. Первое пониженное. Давай, поехали.
диагонального вешивания. Нет, вообще классно. С самоблоками все работает. Я очень доволен. Пошлите других снимать. Зацепился. Классно, молодец. Но видно было, хотя блокировок их нету. Свободные дифференциалы установлены. Ну да, ходом, ходом. Задняя левая. Не так, чтобы очередь. Как здесь сработает? О чем так копчем бьется? А там, посмотри. Как здесь? О! Красиво. Красиво. Что на данный момент хочет нам показать? Смотрите. Он прямо пошел. Ну да, вывешивается и спокойно, спокойно зацеп. А вот сейчас, смотрите, было трудновато. Но все равно проезжает. Немножко не хватило. Даже электроника витас мод не тянет. Ну, тянет. Ну, я вынесу, у меня вынесу. Напомню, Алексей у нас первый раз на покатушках. Просто приехал попробовать. Как говорится, свои силы, силы автомобиля. Давно хотел. Пока не получается, да, с разгона, конечно, пойдет. Но то, что база длинная, он постоянно цепляет внизу, у него запаска висит и цепляет. Вот, видите, ходом, ходом, ходом зашел. Молодец. Главное свой страх перебороть, а дальше будет все отлично. А, Егор прямо решил поехать. Ну вот, такое упражнение было, в принципе, интересное, показательное, как работает у всех полный привод. Нивы могут, пониженное все решает, дифференциал. Но, конечно, на Ниву я бы рекомендовал ставить дополнительно самоблоки. Хотя бы один в передний или задний мост. Почти на холостых. Вот видите, самоблоком задним даже не буксовал. Вот так вот ходом. Классно, классно. Покажу вам вот этот вот маршрут сложный. Смотрите, это мы в горочку поднимаемся. Вот здесь нужен поворот, идет налево. Вот, смотрите, колеса упираются, получается диагональное вывешивание. И влево, получается, уходит. Вот так вот. Сильно здесь не разгонишься. Вот видите, ямки. Раз, раз. Давайте посмотрите динамику автомобиля, наверное. Сейчас вот на подъем дорога идет. Смотрите, третья передача. Так, поехали. На третьей передаче 60 км в час, 70 км в час, 3500 оборотов. 80 км в час, 3000 оборотов. Ух! Вау! Тормози, тормози, тормози. Скользко. АБС. Слышите, как АБС работает? Если здесь не тормозить, то ударишься сильно. Так, вторая.
заходим нормально, все в повороты идем. Вау! Ну вот, видите, сами, кто не имеет Ниву, пожалуйста, покатайтесь со мной на моем автомобиле. Посмотрите, как это все происходит. Вот догоняем ребят. Нормально, прием. Ну вот, догнали ребят основную нашу колонну. Приехали мы на песчаный карьер, уже прокатнулись, посмотрели, сядем и зарубимся. Это самый такой серьезный спуск. Туда и будем пробовать заезжать. Так, ну что, пробуем на ту горочку заехать. Опа-на! Подъем тяжелый. И дверь закроем. Ну давай, пробуй. Чтобы не перевернуться. Нет. Остальное все. Устойчивость у него, конечно, тоже на уровне. А что за стойки стоят? По-моему, если не ошибаюсь, как они называются-то? Ну, ход, я смотрю, у них мощный. Подвески. Ну, классно. Пробуем заехать в песчаную горочку. Очень и очень крутая. Чистый песок. Первая пониженная, заблокированная. Так. Нормально. Еще одна попытка. Но разгона меньше. Спускаться тоже очень и очень страшно. Машина неуправляемая. Минус один пассажир, разгона побольше. Нет, нет. О, хороший разгон. Ух ты, 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 ух ты. Это победа, ребята, это круто, молодец. Первая Нива, первая Нива. Ну что, смотрите, какая гора, песок. Нива белая, на второй, говорит, пониженная, говорит, заехал. Сколько мы раз пробовали, не получается. Ну что, заблокируемся. Вторая пониженная, попробуем. Ну давай, поехали. Давай, газ, пол, поехали. Я заезжаю, ребята. Ха-ха! Вау! Вот это да, вот это да. Вторая Нива, которая сюда заехала. Можете меня поздравить. Блин, вот это круто, круто. Заехал. Ну, посмотрите, видок. Вот я сейчас. Вот такой вид с машины. Высота. Ну, я не знаю, но перепад. Ну, очень-очень добротный перепад, ребята.
и вот в песок. Но летом сейчас возможно то, что холодно, песок пожестче стал. Летом мы сюда не могли заехать из-за того, что песок был рыхлый. Это один из вариантов. Вот. Но все равно я очень и очень доволен. Что, спустимся? Все сыпется вниз. Первая прямая, чуть-чуть подтормаживаю. Да, хорошо. Так, ну это понятно, что мы заехали. Ну, разгон-то был приличный. Сейчас стоим у подножья горы. На второй пониженно не поедем. Давайте. Первая пониженная. Вот, видите, встал на горе, встал, и все, она не едет. Начинает копать песок. Вон, как накапывает. Ну, давайте еще раз попробуем. Хоть и два самоблока стоят, четыре колеса крутят, но, к сожалению, оно, может быть, если стравиться, она поедет. Ну, давайте чуть побольше разгона возьмем. А давайте, знаете как, вторая пониженная, разгонимся, а там переключимся на первую. Не, вторая пониженная сложно. Ну, хотя разогналась. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Если попробовать на первой пониженной большего разгона, ну, блин, какие обороты будут? Ну, смотрите. Первая пониженная, сейчас вот газпол давлю. 5000 оборотов, 6000 оборотов. И она заехала. Ха-ха-ха! Давай, давай, родная, крути, крути. Опачки. Видели, как она? То есть, если 5-6 тысяч оборотов, и она может заехать. То есть, обороты даешь. Блин, ну классно, классно. Че, я доволен. Все, самоблоки рулят. Все ссылочки в описании. Ну вот такие у нас сегодня покатушки получились.
покатались с вами по горочкам, сами увидели, на что могут автомобили. Сейчас Дима заедет. Поеду на первой повышенной. Первая повышенная. Оп. Чуть-чуть назад зайдем. Угу. Ну вот. Сейчас двигаемся домой. Всем, ребята, кто участвовал, вам большое-большое спасибо. Конечно, это трата времени, денег. Все должны это понимать. Но это наш образ жизни. Нам это нравится. Выезжать, кататься. Мы от этого получаем определенное удовольствие. Ну и, естественно, показываем вам, на что способны наши автомобили. По крайней мере, Нивы. Лично сегодня я для себя понял, что первая пониженная на Ниве — это вполне достойно и очень хорошо. Блин, дорога здесь, конечно, ужасная. Вот. Дастеры тоже достойные автомобили, однозначно. Вот. Ну, ребята, Дастер, он там ценник немножко другой. И все-таки двигатель и сама трансмиссия более-менее современнее, чем у Нивы. Хотя, говорю, что у Нивы вполне меня устраивает. Вот Дима на белой Ниве в эту песчаную горку не смог заехать с короткого расстояния, откуда я заезжал. Пробовал он и на первой пониженной заехать. Закапывается автомобиль. Говорит, газ, говорит, в пол давлю, в отсечку. То есть примерно, говорит, 4,5-5 тысяч оборотов. Не получается. У него один самоблок стоит. Я сначала попробовал с большим разгоном заехать на второй пониженной. И получилось заехать. Но опять же говорю то, что летом песок был намного рыхлый. Сейчас все-таки зима, немножко пожестче все это. Вот. Дима только заехал с большого разгона на второй пониженной. У меня получилось заехать на первой пониженной. Пробовал сначала, как она поедет, потом газу больше. Ну а в конце попробовал, уже сами видели, что прям вот на первой пониженной газ пол, то есть обороты почти критические были. Да, и она начала ехать. И автомобиль смог заехать. Вот. Ладно, это такой ликбез небольшой. Давайте будем с вами прощаться. Обязательно, конечно, хотелось бы увидеть от вас подписку, поддержать мой канал, ребята, лайки ставить. Вот. Все, вам удачи, мира, вам, вашей семье. Нам нужно двигаться домой. Все, ребята, пока-пока.